Так, добрый день. Сделаю видео на русском. Ну, ребята, всем, кто понимает на русском, значит, что могу сказать. Самое главное, как в Библии написано, да, что в последние дни настанут или будут трудные времена. Трудности будут разные. Библия перечисляет, будет катаклизмы. Бог это все будет допускать, будет делать из-за того, что люди грешат, и грех не уменьшается, как вы видите, и грех идет, умножается грех. Вот, поэтому люди слушают дьяволу, люди слушают своей плоти, плоть слушает не Бога. Не ищут, несмотря на всякие там, видите, в Украине там это, везде это, что-то, чего-то, да. Ну, я так говорю, чтобы вы поняли, вокруг везде что-то, какой-то кипиш. Вот, и значит, что могу сказать, что значит люди грешат и больше. Видео будет о каком? Коротенькое видео, да. Ребята, насчет того, что трудные времена. Ну, например, давайте идем назад. Смотрите, хорошие времена. Есть НАТО. Те, которые полагаются на НАТО, да, или там Евросоюз, да, вот. Понимаете? Все какие-то страны, которые залезли в этот союз, или в этот НАТО, они что думают? Идея какая? Например, в Латвия, да? Залезла в НАТО, да? Какая им идея? О, НАТО защищать будут. Хорошо, пусть так, да? А что защищать? Президента, гомосексуалиста, который, скажем, принес содомский грех в Латвии на самом высшем уровне. Продолжаю говорить, если какой-то дворник на границе с Белоруссией, там в каком-то поселочке, подметает листья, и он пидор, и он это знает, и он там стесняется и не вылезает из своей этой коморки дворника, там подмел листья и назад, да, то одно дело. Но когда вы выбрали президента содомиста, вы этим показали, что, ребята, Латвия выбирает путь врага Бога, да? То есть люди этим сказали: мы делаем бунт против Бога, мы делаем бунт, мы ставим содомиста у власти, и там еще кто, кроме него, полно, наверное, есть, да? Кто там, чего там, рядом я не стоял, но сами понимаете, что не может быть в государстве, вы видите, когда прайд проходит, там всякие политические партии там поддерживают, и там какие-то флаги и надписи, то есть вы поняли, да, что на самом высшем уровне, а грех Содома самый такой, ну, страшный в глазах Бога, если мы так сравним, да? Но не знаю, за то, что ты что-то украл, да? Что-то, пока я, может, Библию все не знаю, но не видел, что Бог сразу город воров сразу напальмом, да, там, сжег, взял огонь, там, нету, да? А что-то Содом, Гомор, два города, которые делали вот эту мерзость перед Богом, он сжег буквально все, вы видели, никто там, Лот, по-моему, только там, да, вышел, или кто с ним там еще, вот, поэтому, значит, поэтому могу сказать так, что Латвия выбрала путь самоуничтожения, ну, как-то так. Но ладно, само, Бог будет уничтожать Латвию, вы увидите.
То есть, и когда президент, у меня же есть видео, смотрите, у меня про нашего президента сколько видео, он про содомиста его, я, это не первое, не последнее. Смотрите, у меня про Байдена, который подписал недавно там законопроект, у меня тоже есть, там Америка подписала себе смертный приговор, только не знаю, не помню, на каком языке видео, да. То есть, я все время про это говорю, что Бог уничтожит Америку. Из-за этого развалится НАТО и развалится Евросоюз. Например, я сейчас тоже Олега Соскина смотрю и разных таких людей, которые, ну, немножко, ну, разъясняют, объясняют ситуацию в Украине. Мы же, латыши, здесь только можем узнать что-то от нашей пропаганды, местной, латвийской, да. Включили телевизор, да, и тут как сказали сказать, так и говорят, да. Потому что правды не добьешься, вы же сами понимаете, в этой стране, если ты здесь живешь, да, то власти, вот эта вся пресса, все, да, будут говорить, как властям надо, да, так и в России, так и в Украине. Посмотрите, везде диктатура, Зеленский уже делал или уже сделал в России, там, тоже как это все делается, в Латвии то же самое, да, пресса, все, значит, под давлением, под этим, да, ну, вы понимаете, ну, не будьте глупые, да. Поэтому в данный момент я смотрю Соскина, смотрю в Ютубе людей, которые, ну, не пропагандисты здесь, с Латвии, с этой, с нашей стороны. Вот, и, значит, Евросоюз развалится, потому что вы там разные причины, разные там что чего, но просто вот хотел продолжить то, что вот вступили в НАТО, да, значит, мы здесь можем... пидоризацию делать, как-то новое придумал я название, да, люди могут пидоризироваться, ну, вы поняли, да, пидор что делает, пидоризируется, да, пидоризацию делать в Латвии, да, НАТО нас защитит, там, если там какой-то враг, там, что-то, чего-то, там, дядя Вова или кто-то еще, да, значит, сейчас там Юхансен или там этот, как его, Штольц возьмет Шмайсер и придет защитит нас, да. Ребята, так не будет. Бог допустит, что Латвию оккупируют, будут насиловать, будут убивать, потому что, почему я это так говорю? Потому что когда, это в Украине же все это было, ну когда одна сторона заходит в другую страну, да, что они там, мороженое там делятся, там кроссворды решают, да, играют этот бадминтон, да, теннис играют, да, нет же, ну вы же понимаете, заходит в другую страну, убивают, режут, насилуют, мародерство, вот почему заходит в другую страну, да, и в конце концов всю инфраструктуру разрушают и эту землю забирают, да, все, ну, поэтому Латвия подписала давно, и Евросоюз не будет Латвию защищать, понимаете, и вот тогда будет беда вот этим, да, которые там голосовали, хотели, лезли, да, вот это все, ну, они же, по идее, должны получить первые по башке, так мягко, я не хочу сильно ругаться сегодня, но просто хочу донести вам истину, да, что этих всех этих грешников, которые думали, что могут грешить, могут делать, и Евросоюз бабки дадут, и американцы защитят. Но нам, короче, ну, мы просто вот, как говорится, берем трусики, снимаем, и член вперед, и залезаем там в задницу другого. Все, мы это, да, трахнулись, извините, да. О, НАТО, Эдмундсен, камон, help me, please, я... Ну, понимаете, раз опять там все успокоилось, опять член, раз там мужика, хоп, сзади, все, чик-чик-чик, все, да. О, Евросоюз, дайте бабки. О, нам там города надо восстанавливать, там инфраструктуру. Смотрите, я куда еду по Латвии, везде еврофонды, миллионы, миллиарды с Европы. Ну все, мы только, извините, мужики трахают мужиков. И нам это Германия, Европа дают бабки, надежда на Америку, что защитят, а ребята, мы в шоколаде. Ребята, вы понимаете, жизнь какая? Мы в шоколаде.
Поэтому у нас есть такая фабрика Лайма, да, и в России, или где там Победа, шоколад там какие-то слышал, да, вот, пожалуйста, мы в этих шоколадах там, да, у нас все нормально, да, поэтому нет, ребята, этот шоколад скоро закончится, и вот, и придет люди, соседи, не соседи, в общем, Бог допустит, что всех этих грешников, ну, уничтожат, потому что Библия говорит, возмездие за грех – это смерть. Так что смотрите по новостям и долго этого, ну, смотрите, я не знаю, где кто что чего смотрит, да, в Латвии, конечно, пропаганду, что все у нас шоколад, да, я тоже смотрю, что там все вот это, все Европа, все это, засухать, бабки дадут, у нас это наводнение, бабки дадут, это дадут. Ребята, скоро будет все, Евросоюз развалится, вы сами увидите, потому что лебедь, рак и щука, да, каждый в свою сторону, да, и каждый останется сам за себя. Себе, и тогда всем будет кирдык, и это будет честно, это будет за этот грех, который люди делали. Ну, извините, не может. В Библии нигде так не написано. Греши, греши, как хочешь, сколько хочешь, и у тебя за этого ничего не будет. Нет, ребята, такого не бывает.